Добрый день, мои уважаемые подписчики, также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, я знакомлю вас с новинками украшений, а также периодически устраиваю распродажи. Решили мы к весне немножко поменять коллекцию на витринах, поэтому вот такая прелестная коллекция Bubbles, или пузыри, или шары, у нас сегодня на распродаже. Есть у нас и кольца, и серьги, и подвески, и колье. Но давайте все по порядку. Это серебро 925 пробы в позолоте. Начнем мы с браслетов. Вот такой браслетик. На якорной цепочке 5 шариков разного размера. Отличная полировочка. Очень красивый, вкусный браслетик. И достаточно весомый. Сейчас скажу по весу. 4,68 грамма в 16 размере. Цена у него 1200. Размеры есть 16, 17 и 18. У всех цена 1200. Вот такая вот прелесть. Ну, очень красиво и очень стильно. Вот такие вот браслетики. Повторю, 16, 17 и 18. Немножко запутались. Дальше у нас колье. Так, давайте по очереди сейчас. У меня все запутается. На тонкой цепочке, опять же якорной, тоненькой, вот такой шарик. Сейчас я его поймаю. Шарик небольшой. Он подвижный, то есть он двигается по всей цепочке, он не закреплен. Вот такая вот нежность. Цена у нее 600 рублей. Размер есть 45 и размер есть 50. Вес около 2 грамм. Здесь 1,96, 50, 2,16. Вот такой вот нежное колье. Это у нас один шарик. Цена 600, повторюсь. Размер 45 и 50. Дальше тоже один шарик, но крупнее. Сейчас я их положу рядышком, чтобы вы видели. Видите, этот был помельче, этот покрупней. Также на якорной цепочке подвижный шарик. Он не закреплен, он двигается по длине цепи. Цена у него 760 рублей. Размеры также 45 и 50. Вес уже около 3 граммов. 2,76. А здесь тоже 2,76. Так, дальше колье из 5 шариков, таких же по размеру, как браслет. Цепь якорная, прочная. Достаточно широкая. И также шарики, как на браслете, разного размера. Как они у меня не уляжутся, я их... Вот так лучше положу. Вот такие вот шарики. Цепочечка якорная, очень прочная. И вот такие 5 шариков. Так, это у нас длина... Сейчас, секунду. Длина 40-45, потому что здесь есть цепочка на увеличение. 40-45. Цена 1700. Есть просто длина 45, цена 1660, также 5 шариков. Есть длина 50, цена 1840, тоже вот такие 5 шариков. Очень красиво, не знаю, коллекция очень стильная, просто вот что-то, наверное, застоялось, или, может быть, мода меняется, не знаю, мне очень нравится. Ну, вот она у нас на распродаже. Дальше серьги. Очень красивые, очень тяжелые и очень стильные. Замка как такового нет. То есть вы продеваете вот эту часть ушка, и вот так это все на ушке висит. Очень крупный шар, матовое позолота. Вес 10 грамм. Учитывайте, потому что не все ушки выдержат. Даже ну, по 5 грамм на серьгу это все равно уже прилично. Цена 2100. Отсылаю ее посылочками. Что вам нравится, пишите.
Но, пожалуйста, будьте точнее немножко в заказах. Потому что вот заказ был недавно. Хочу вон то колечко с камнем. И был вариант, что не указан ни размер, ни какое колечко. Ну и, соответственно, выбрать из 30 или 40 колец с камнем. Любой размер отослать. Ну, сами понимаете, это смешно, да? Так что давайте в заказах будем точнее. Хотя бы пишите, не знаю, минуту, на которой вы увидели серьги. Или артикул, потому что, ну, все равно здесь достаточно хорошо видно артикул, когда я показываю. Ну и, конечно, не забывайте размер, потому что иначе, знаете, как в том рассказе, хочу то не знаю что, и отошлите на деревню дедушки. Так, дальше у нас отдельно все буду, не буду комплектами, потому что что-то, может быть, понравится вам некомплектно. Вот такие есть серьги. Подвижная часть с шариками. Английский замочек. И к ним есть подвесочка. А, серьги 1300. И к ним такая же подвеска. Вот такая у нас подвесочка. Цена 700 рублей. То есть комплектом, в принципе, выходит 2000. Ну, возможно, кто-то возьмет серьги и, например, колье с шариком, то есть подвеска вам не нужна, а кому-то, может быть, наоборот, приглянется подвеска, если у вас есть уже цепочка и вам не нужно колье. Поэтому, в принципе, вот чем комплекты такие хороши, что не, ну, ассортимент есть и собирать не надо прям комплект-комплект, можно все взять из разного. В общем, я вас запутала как могла. Сама запуталась. В общем, сегодня все продаем отдельно, без комплектов. Если вам нравится что-то одно, то мы вам и отправим что-то одно. Вот такие серьги с одним шариком. Цена 990 рублей. Опять же, есть такая же подвесочка. Цена 570. Ну, возможно, вы к серьгам закажете колешку или браслет. Поэтому, опять же, все отдельно. И еще несколько колец из этой серии. Кольца, конечно, подразобрали уже, но осталось несколько размеров. Размер 15,5. Шарики, как видите, подвижные. Вот такие. Цена у него 880. Не маломерит, то есть оно как есть, 15,5. Дальше 16,5. Также вот такие подвижные шарики. Они полированные, просто здесь вот отражается. Это я там уже отражаюсь. Так полностью идет полировка. Цена 750, 16,5 размер. И в 18 размере вот такое же подвижное. Цена 900 рублей. Вот такие у нас сегодня кольца, серьги, браслеты и все-все-все. Что можем вам сегодня предложить. Девочки, посылки отправляю, ну, сразу, буквально день-два, что вам нравится. Нужен всегда от вас, если вы делаете заказ на YouTube, пожалуйста, адрес с индексом и фамилия, имя, отчество. Но лучше, конечно, если вы будете писать куда-то Viber, WhatsApp, ВКонтакте, ну, куда-нибудь, потому что не хочется, чтобы лишние люди видели ваш адрес и все остальное, все ваши данные. А потом, когда я вам номер посылки отправлю, опять же, не хочется его выкладывать в интернет. Хочется, чтобы, ну, номер знали только вы. Поэтому давайте уж. Кому неудобно, да, пишите на YouTube, если нет никаких других ресурсов. Но я все-таки советую в избежание всяких ситуаций. У нас, вы знаете, чудаков в России много, да и не только в России. Поэтому лучше данные пишите куда-нибудь, чтобы видела только я. Выбирайте. Буду рада вашим заказам. Ставьте лайки, тоже очень приятно. Всех люблю. Пока-пока.